Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена, и в этом видео мастер-классе я покажу, как связала вот такой вот кардиганчик на мальчика. Сразу скажу, что это повтор моего одного из мастер-класса, только на размер больше. Очень много уже связано было изделий по тому мастер-классу, но также очень много было вопросов, просьбы рассчитать на другие размеры. Поэтому я его решила повторить. В данном обзоре я объясню необходимые такие нюансы, так как, скорее всего, я сделаю статью с расчетами на все размеры. В эту статью войдут, сколько набирать петелек на полочке, на спинку. Также, сколько мы вяжем от резинки до проймы, от проймы до плечевого шва. И, соответственно, сколько сантиметров это будет и рядов. Вот основные убавления расскажу, а вот уже как набрать полочку, как набрать петельки на рукава, я объясню сейчас уже в видео мастер-классе. Вязала я из пряжи Alize Lana Gold, это полушерсть, 240 метров на 100 грамм. И код цвета 207. Это такой серо-бежевый, коричневатый чуть-чуть оттенок. Вот. Вязать на спицах я буду 4,5 и номер 5. То есть 4, более меньший размер пойдет на резиночки. То есть на манжеты, на планку и на резинку. Вот. Вязать мы будем набирать единым полотном. Сразу хочу сказать, что, скорее всего, на все размеры я вам предлагаю набирать на спинку нечетное количество. То есть, чтобы у нас вот эта петелька была посередине. Вот. Если где-то петелек будет меньше, где-то больше, скорее всего, я просто буду либо увеличивать расстояние между вот этими вытянутыми лицевыми, добавлять их в боковые швы, то есть увеличивать или уменьшать количество изнаночных петелек, при этом саму вот эту симметрию, то, что здесь два ромба будут по бокам окруженные вытянутыми лицевыми и одна лицевая посередине, я менять не буду. По переду у нас с вами также останется просто ромбики с изнаночными петельками по бокам. Вот, их можно также увеличивать или уменьшать. Планочку мы потом будем вязать отдельно. Итак, давайте обо всем начнем по порядку. Плотность вязания составляет 17,5 петелек на 27 рядов в высоту. Сразу скажу, что ромбик и вытянутая лицевая чуть-чуть полотно сужают. Если мы будем вязать просто лицевой гладью, это будет примерно 25,5 рядов на 10 сантиметров, а в ширину 16,5 петелек. Но за счет того, что у нас идет узор, чуть сужается полотно. То есть эта плотность я уже даю с учетом этого узора. Вот. Но, скорее всего, также я оставлю ход работы под видео, чтобы вам было легче ориентироваться. Итак, на полочке я набирала по 29 петелек, включая кромочную, и 63 петли на спинку. Как я говорила, нечетное количество, так, чтобы у меня резиночка была симметрична. Вязать резинку я буду на 11 рядов. В принципе, она такая стандартная величина. И затем меняем спицы на номер 5,5 и приступаем к вывязыванию рисунка. Сразу говорю, при создании ромбика мы с вами добавляем на каждый ромбик по 3 лицевые. То есть из 3 петелек мы получаем 6 лицевых, делая прибавку в каждую петлю. Сразу скажу, что подходя ближе к плечевым швам, мы эти петельки все убавим, все 3 петли я убираю. Вот, когда мы прибавили петельки, то есть это как бы 2 ряда такие добавочные, они не входят в раппорт узора. Сам узор у нас будет состоять с вами из 18 петелек в ширину и 22 ряда в высоту. То есть ширину это от вытянутой до вытянутой лицевой, прямо посередине, это вот включая наш узор с вами.
Вот. И когда я буду считать, я, конечно, буду поначалу вам называть, что это первый ряд узора, например, третий ряд от резинки. То есть провяжу с вами полностью вот этот раппорт узора. И когда мы дойдем до пройм, не забывайте, что у нас с вами два добавочных ряда было. То есть это там, где мы прибавляли петельки и плюс изнаночный ряд. Вот. Когда мы доходим до пройм, мы убираем. В данном случае я убирала по 2 петли с края каждой детали, то есть 2 петли с конца полочки, 2 петли с начала спинки. Общее количество, то есть закрытых петелек, по 4 петли на проймы. Вот. Далее петельки по пройме мы не убавляем, но вместе с первым рядом убавления проймы мы начинаем с вами убавлять скос под воротник. То есть, видите, он чуть-чуть идет у нас наискосок. Убавочки во всех размерах мы делаем через каждые 4 ряда. То есть 1, 5, 9, 13 и так далее. Я убавляла здесь до 37 ряда, и всего у меня получилось 42 ряда до плечевого шва. Плечевые швы я всегда оставляю открытыми. Обычно в таких моделях потом соединяю их крючком. Мне очень нравится, как все получается. Вот. И, как я говорила, мы с вами будем постепенно убавлять петельки. Не только в горловине, но и ближе-ближе подходя к плечевому шву. Не забывайте, что мы убавляем 3, нам надо убавить 3 петли. То есть по одной петле я убавляю вот в этих лицевых дорожках и одну изнаночную. Вот. Когда мы соединим плечевые швы, мы начинаем набирать с вами петельки на планку. Самый такой, мне кажется, самый сложный момент в этом кардигане состоит именно в этом. Я сняла видео достаточно подробно, и теперь можно применить это для любого размера. Смотрите, я делю полочку на 3 сектора. Первый сектор – это резинка, затем от резинки до начала скоса, от начала скоса до плечевого шва. При наборе резинки я набираю под каждую кромочную, не делая прибавлений. Единственное, первую петлю я набираю прямо с наборного края, так как у нас идет всегда первая кромочная, она чуть-чуть как бы внутрь входит, и чтобы у нас планочку вверх не тянуло, я прямо с наборного края набираю первую петлю. Затем, вот на этом участке от резинки до начала скоса я делаю прибавку в каждую третью петлю. То есть из 3 петель я получаю 4 петли. Как это делать, я показываю, поэтому если вы будете вязать на другой размер, можете ориентироваться на это видео. Далее, от начала скоса до плечевого шва я делаю прибавление в каждую вторую петлю. То есть я имею в виду в каждую кромочную, под которой я буду набирать. То есть петельку одну набрала, во вторую сделала прибавку. Снова набор одной петли и снова прибавление. Вот. Затем мы переходим на спинку. Набор петелек на спинке у нас будет также одинаков. Можно также посмотреть в этом видео. К открытым петелькам, а у нас петли будут открытыми, мы добавим по одной петле здесь. Мы будем, конечно, набирать 2 петли, но одну из них мы будем провязывать вместе с открытыми петельками. Что в конце, что в начале. И когда мы переходим вниз набирать уже вот по этой стороне, мы действуем абсолютно симметрично. То есть от плечевого шва до начала скоса прибавка в каждую вторую кромочную. Затем от скоса до резинки прибавка в каждую третью. И резиночку я просто набираю в каждую кромочную петлю. И последнюю наборную петлю делаю в наборный край. Как я говорила, все это делаем симметрично. Затем вяжем, получается, первый ряд по изнаночной стороне. Проходим сразу, формируя резинку. Планка на пуговице вяжется спицами 4,5, как и вся резиночка. А начиная со второго ряда, мы начинаем вязать поворотные ряды для того, чтобы увеличить наш воротник. Как я это делаю? Во-первых, все поворотные точки я располагаю вот на этом участке. От начала скоса до плечевого шва по планкам. То есть переворачиваю я здесь каждую третью петлю.
Всего их у меня, по-моему, было 34, я переворачивала 10 раз, то есть третью, шестую, девятую и так далее. И смотрите, достаточно подробно я это рассказала в видеомастер-классе также. То есть, когда мы поднимаемся вверх, мы проходим всю планочку, всю спинку и доходим до левой полочки. Первая поворотная точка у нас будет на левой полочке. Мы затем разворачиваемся, вяжем, продвигаемся к правой полочке, отсчитываем третью петлю от плечевого шва, переворачиваем ее, возвращаемся по спинке, провязывая первую поворотную точку, спускаясь еще на 3 петли. То есть все отсчеты петель будут у нас вот так вот спускаться вниз, ближе плечевым скосам. Высоту воротника вы можете сделать абсолютно любую. Я провязала добавочных 20 рядов. Планка у меня составляет всего 12 рядов. То есть у меня здесь высота примерно 32 сантиметра, ряда. И по сантиметрам это примерно 11,5 сантиметра. Но я думаю, что 10 сантиметров воротничка будет достаточно на более маленькие размеры. А так, этот кардиган связан на возраст 4,5 года. Достаточно высокий воротник он у меня будет по шее. Почти будет доходить до затылочной части. Вот. Это можно варьировать. Например, вы хотите, если связать поменьше поворотных рядов, делайте поворотные петельки не через каждые 3 петли, а через каждые 4. Но старайтесь так, чтобы они у вас подошли максимально близко к вот этому участку, к началу скоса. Вот. Затем, когда мы провяжемся поворотные ряды, мы рассчитаем с вами пуговички. Вот как это сделать на любое количество, я также объясняю в самом видео мастер-классе. И затем закрываем в 12 ряду. Все четные ряды у меня идут по лицевой стороне. Так легче отсчитывать. И всегда и набор мы делаем, и закрытие петелек по лицевой стороне, чтобы было более симпатично. И затем мы набираем с вами рукава по пройме. Вот. Набирать я буду также в кромочные петельки. Прибавка будет просто каждую третью петлю. Вот. Сколько у вас получится, я даже... Можно, в принципе, это легко умножить на плотность в петельках. Например, у меня пройма 15,5 сантиметров. Вот, я умножила на 1,7, то есть на плотность в 1 сантиметре. Получила, по-моему, если не ошибаюсь, 26 петелек. Но плюс, не забывайте, что у нас были закрытые петельки проймы, и их надо также учитывать. По-моему, 59 петелек у меня, 58 петелек по кругу. Далее я формирую вот такой вот узор из 6 вытянутых лицевых. Между ними я оставила по 4 изнаночных. В предыдущем мастер-классе я, по-моему, чуть шире их делала, но я решила сделать так, чтобы, видите, убавления не коснулись вот этого узора. То есть он у меня сохраняется полностью. И главное сделать все это симметрично. То есть вот я сделала так, что по одной стороне у меня 3 вытянутых лицевых, и на другой стороне 3 вытянутых лицевых. То есть до плечевого шва и после плечевого шва у меня здесь по 2 изнаночных. Я как бы вот так по центру разделила этот узор. Это вам понадобится также при составлении собственных каких-то расчетов. Вот. И вяжем рукавчик. Совсем забыла вам, наверное, рассказать про параметры. На 4,5 года ширина данного кардигана составляет 35 сантиметров. Высота до воротника, то есть вот прям впритык до начала вот этого резиночки, у меня составляет 43 сантиметра. Пройма у меня составляет 15-15,5 сантиметров. Длина рукава 35-36 сантиметров. Чуть-чуть запасом взяла. То есть это примерно я рассчитываю на рост до 110-112 сантиметров. Вот. Я постараюсь это сфотографировать на сыне, на младшем, так как мы как раз примерно вот находимся в этом диапазоне.
Ну вот, наверное, и все. Если я что-то забыла вам рассказать, я обязательно оставлю внизу под видео все описание хода работы. У видео будет две части, так как видео достаточно получилось объемным. Ну и, конечно, если я что-то забыла рассказать, либо упомянуть, напишите мне в комментариях, я постараюсь ответить вам на все вопросы. На одну спицу номер 4,5 я буду набирать 121 петельку. Набираю я самым обычным способом, не сильно затягивая нить, оставляя среднее натяжение. После того, как мы набрали нужное количество петелек, мы начинаем вязать резиночку 1 на 1. Кромочную петельку я снимаю. Далее вяжу лицевую, затем изнаночную. И так как у нас нечетное количество петелек, ряд у нас с вами должен закончиться также лицевой петелькой и затем кромочная петля. Как я говорила, в конце ряда у нас будет одна лицевая и кромочная петелька. Переворачиваем вязание. Тот ряд я буду считать за нулевой. За первый ряд отсчета я приму вот этот ряд, где у меня идет такая вот красивая косичка. Здесь мы начинаем вязать с кромочной петли, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. С этого ряда начиная, лицевую я провязываю за заднюю стеночку, изнаночную за переднюю. Петельки я всегда провязываю за правую стеночку петли, чтобы не получить скрещенную петельку. Вязать резинку мы будем на высоту 10 рядов. Если считаем вместе с вот этим нулевым рядом, общее количество у нас будет 11 рядов. Затем мы с вами сменим спицы на номер 5 и будем переходить на вязание узора. Я провязала 11 рядов резиночки, это вместе с нулевым рядом, я имею в виду. И теперь мы с вами переходим на спицы номер 5 и начинаем вывязывать рисунок. Еще я приготовила два маркировочка для того, чтобы отделить наши полочки и спинку. На полочках у нас находится по 29 петелек вместе с кромочной и спинка, соответственно, 63 петли. Итак, начинаем мы с кромочной петельки, затем вяжем с вами 4 изнаночных петли. Смотрите, где у нас была изнаночная, мы провязываем петлю за переднюю стеночку, где у нас была лицевая, провязываем петельку за заднюю стеночку. То есть сейчас петли мы также провязываем за правую стенку петли, независимо от того, какую петельку мы вывязываем. 4 изнаночных мы связали. Далее у нас идет одна вытянутая лицевая. Вытянутая лицевая, мы всегда будем ее провязывать на ряд ниже, чем... То есть мы будем вязать не петлю со спицы, а входить на ряд ниже. Здесь у нас располагается изнаночная петелька, но все равно, смотрите, мы просто спускаемся на ряд ниже и вывязываем лицевую петлю. Далее вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее из 3 лицевых, вообще из 3 петелек мы получим 6 лицевых. То есть в каждую петельку мы сделаем прибавочку. Мы подцепляем петельку на ряд ниже, провязываем сначала ее, затем только петельку со спицы. Изнаночная то же самое. Подцепляем петельку на ряд ниже, провязываем петлю, затем вяжем петельку со спицы. И повторяем в последний раз. То есть из 3 петелек мы получили с вами 6 лицевых. Это наш будущий ромбик. Далее мы вяжем 6 изнаночных. 1 вытянутая лицевая, мы вяжем ее в изнаночную петельку, входя просто на ряд ниже. И заканчиваем с вами 7 изнаночными петельками.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть у нас с вами было 29 петелек полочки. Мы с вами сделали прибавочку в 3 петли там, где у нас будет находиться наш ромбик. Общее количество петелек у нас 32. Можно пересчитать и отмечаем теперь конец правой полочки, начало спинки. И начинаем вывязывать рисунок. У нас он как бы идет симметрично нашей правой полочке почти до середины. Начинаем мы вязать с 7 изнаночных петелек. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее у нас идет вытянутая лицевая. То есть мы входим в петельку на ряд ниже и вывязываем петлю. Далее у нас с вами идет 6 изнаночных до ромбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ромбик мы с вами будем получать из 3 петелек. Также подсыпаем петельку на ряд ниже и так вывязываем 3 раза, пока каждую петлю не увеличим вдвое. После этих прибавочек мы снова вяжем 6 изнаночных. И теперь у нас по центру будут располагаться 3 вытянутые лицевые, и между ними у нас будет по 7 изнаночных. То есть первую вытянутую лицевую вяжем, извините, и вяжем 7 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7. Вторая вытянутая лицевая и снова 7 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7. И третья вытянутая лицевая. А вот после нее снова вяжем 6 изнаночных. 6. И ромбик. Ромбик, как мы помним, мы сейчас только его формируем, поэтому из 3 петелек мы получаем 6 лицевых. Увеличиваем каждую петлю вдвое. После этого ромбика у нас снова идет 6 изнаночных. Вытянутая лицевая. И до конца спинки нам нужно провязать 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Отмечаем конец спинки. Заодно отмечаем начало левой полочки. Пересчитайте, петелек у нас должно быть 29. После того, как мы убедились в правильности подсчета, вяжем абсолютно в зеркальном отражении, как правую полочку. Начинаем с 7 изнаночных. Далее идет вытянутая лицевая. Спускаемся на ряд ниже и вывязываем ее. До начала формирования ромбика нам нужно провязать 6 изнаночных. И из 3 петелек мы получаем 6 лицевых. Снова вяжем 6 изнаночных, вытянутая лицевая, 4 изнаночных и кромочная петля. Переворачиваем вязание. Это будет у нас второй ряд от резинки. Здесь, как и в дальнейшем, мы просто будем провязывать по рисунку. То есть, где у нас идут лицевые, мы вяжем лицевыми петельками. Где идут изнаночные, мы провязываем изнаночными. То есть, вот смотрите,
я начала с кромочной, 4 лицевые. То есть, где мы провязывали 4 изнаночных, с изнаночной стороны это лицевые. Где мы вязали лицевую петельку, здесь она будет изнаночной. Вот в данном случае это наша вытянутая лицевая. Видите, здесь как бы две дужки у нас таких. Мы здесь просто провязываем ее обычной изнаночной петлей. Далее, до ромбика мы вяжем 6 лицевых. Сам ромбик у нас здесь выглядит как 6 изнаночных. И снова 6 лицевых, изнаночная. И до конца нашей полочки нам нужно провязать 7 лицевых. С лицевой стороны они у нас изнаночные. То есть, я думаю, здесь достаточно хорошо видно петельки. И постарайтесь справиться самостоятельно. Мы, то есть, переходим с вами на спинку и довязываем второй ряд до конца. В третьем ряду мы с вами приступаем к вязанию рисунка. Смотрите, как бы узор у нас будет начинаться, раппорт узора, здесь только с третьего ряда. То есть, как бы учитывайте, что два ряда у нас не входят в раппорт. Раппорт узора всего составляет 22 ряда. И начинаем мы вязать с первого ряда. Здесь мы будем только останавливаться непосредственно на самом ромбике. Вот. Он у нас с вами будет начинаться после вытянутой лицевой и заканчивается переднейшей. Итак, начинаем третий ряд с кромочной и 4 изнаночных. Далее у нас идет вытянутая лицевая. Мы входим на ряд ниже и вывязываем петлю. И теперь приступаем к вязанию ромба. В этом ряду у нас будет перекрещивание в центральных петельках. То есть до 6 лицевых мы провязываем 6 изнаночных. Далее у нас идет 3 петельки на перед работой оставляем сначала. Вяжем 3 петли с основной спицы и затем провязываем снятые петельки. Довязываем теперь 6 изнаночных, вытянутая лицевая, это на ряд ниже провязываем петлю. Это еще раз повторю, у нас происходит только в лицевых рядах. И довязываем до конца полочки 7 изнаночных. Переходим на спинку. Здесь, в принципе, тоже ничего такого сложного нет. Мы провязываем сначала 7 изнаночных. Идет вытянутая лицевая, и вот наш ромбик. То есть у нас здесь два ромба в начале, можно сказать, спинки, и в конце спинки. По центру у нас располагаются 3 вытянутые лицевые. Вот здесь у ромба мы также делаем перекрещивание 3 петелек. Снимаем 3 петли перед работой, вяжем следующие 3 лицевые, и только затем провязываем снятые петли. Вот, показывать полностью я вам не буду. Дальше, смотрите, идет 6 изнаночных, вытянутая лицевая, 7 изнаночных, вытянутая лицевая, 7 изнаночных, вытянутая лицевая, и снова пошел узор ромб. То есть 6 изнаночных провязываем, делаем точно такое же перекрещивание. Снова 6 изнаночных, вытянутая лицевая, и у нас спинка как и начиналась, так и заканчивается 7 изнаночными петельками. Абсолютно то же самое у нас идет по полочке, только в зеркальном отражении левой стороны. И вот наши центральные 6 петелек ромбика мы также делаем на них перекрещивание. До и после ромбика провязываем по 6 изнаночных. Четвертый ряд у меня начинается от резиночки. Здесь мы продолжаем все так же вязать по узору. Место, где у нас
было перекрещивание петелек, мы просто также провязываем 6 изнаночными петельками. И довязываем также 4-й ряд по рисунку. То есть, где лицевая, вяжем лицевой, где изнаночная, изнаночная. И мы встречаемся уже с вами в 3-м ряду узора. Он же будет 5-й ряд от резиночки. Начиная с 3-го ряда узора, у нас начинается небольшое расхождение уже ромба. Расходиться он будет по одной петле постоянно. Вот. И одновременно затем будет внутри образовываться косичка. Сейчас у нас начинается с вами 5-й ряд от резинки. Еще раз напоминаю, у нас отставание раппорта узора идет в 2 ряда, так как в первом ряду мы формировали только ромб с помощью прибавленных петелек. Вот. И в дальнейшем я уже буду останавливаться в рядах непосредственно перед самим узором. То есть я буду провязывать вот эту кромочную, изнаночные петли и вытянутые лицевые. И после вытянутой лицевой уже буду останавливаться. Смотрите, теперь мы вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую изнаночную мы убираем за работу. Вяжем 3 лицевые и затем провязываем изнаночную петлю. Теперь снимаем следующие 3 лицевые, оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю. То есть мы сделали первый элемент скрещивания и сейчас провязываем второй элемент скрещивания. После того, как провязали изнаночную, довязываем снятые петельки. И до следующей вытянутой косы петли у нас остается 5 изнаночных. Затем вяжем вытянутую лицевую и довязываем 7 изнаночных до конца полочки. Затем на спинке мы также провязываем с вами 7 петелек изнаночных, вытянутая лицевая. И еще разочек с вами встретимся. Я покажу, как провязать вот этот 3-й ряд нашего узора. До скрещивания мы провязываем 5 изнаночных петелек. Следующую изнаночную петлю мы убираем за работу и вяжем 3 лицевые. Затем провязываем снятую изнаночную до этого и сразу же снимаем 3 лицевых перед работой, вяжем следующую изнаночную петлю с основной спицы и только затем довязываем снятые 3 петли. Теперь до вытянутой лицевой у нас с вами должно остаться также 5 изнаночных. Смотрите, такие перекрещивание нам нужно повторить еще 2 раза, то есть в конце спинки, вот на этом элементе. То есть, как вы помните, между ромбиками у нас расположено 3 вытянутые лицевые. Ну и, соответственно, на левой полочке также у нас ромбик располагается между 2 вытянутыми лицевыми. Довязав вот этот 3-й ряд узора, он же 5-й ряд от резиночки, мы с вами встретимся на изнаночной стороне, и я покажу, что именно там поменялось. Это 4-й ряд узора, он же 6-й ряд от резиночки. Смотрите, единственное, что у нас поменялось, теперь после вот этой изнаночной петли у нас располагается не 6 лицевых, а только 5. Дальше идет сразу 3 изнаночных. И вот наши 2 перекрещенных лицевых с этой стороны, смотрите, вот внутрь, которые пошли 2 изнаночных, здесь мы их просто также провязываем лицевыми. То есть, как я говорила, какую петельку мы здесь видим по изнаночной стороне, такую мы и провязываем.
Все. Наверное, я больше уже точно не буду останавливаться на изнаночной стороне изделия. Я думаю, здесь достаточно все ясно и понятно. Если вы отличаете изнаночную от лицевой, вам будет достаточно легко справиться. Вот. Ну и не забывайте то, что у нас, то, что петелька была лицевая на изнаночной, она у нас превращается в изнаночную на четном ряду. Вот, а мы уже с вами встретимся в пятом ряду узора, он же седьмой ряд от резиночки. У меня начинается пятый ряд узора, он же седьмой ряд от резиночки. Как я говорила, уже буду останавливаться непосредственно на самом ромбике. То есть он у меня начинается сразу после вытянутой лицевой. Мы с вами провязываем 4 изнаночных. Следующую изнаночную я убираю за работу и провязываю 3 лицевых. Только после этого вяжу изнаночную петельку. Затем провязываю центральные 2 петли изнаночными. Теперь снимаю 3 лицевые. Провязываю изнаночную петлю с основной спицы и только затем провязываю снятые петельки. И до следующей вытянутой лицевой мне осталось довязать 4 изнаночных. Теперь, как вы видите, у нас по центру уже с вами 4 изнаночных получается. Вытянутая лицевая. И давайте еще раз повторим вот этот ряд. Уже я остановлюсь в начале спинки. От вытянутой лицевой в начале спинки мы провязываем 4 изнаночных. Следующую изнаночную мы убираем за работу и с основной спицы провязываем 3 лицевые. Затем вяжем снятую изнаночную, провязываем с основной спицы еще 2 изнаночных и снова снимаем 3 лицевых. Вяжем изнаночную петельку и только затем провязываем снятые 3 лицевые. Точно так же повторяем еще раз в конце спинки и на левой полочке. И встречаемся уже с вами в седьмом ряду нашего узора. У меня начинается седьмой ряд от начала узора. И получается 9 ряд от резиночки, если отсчитывать. Мы с вами теперь, смотрите, также продолжаем расширение ромбика, но у нас внутри него появятся лицевые петельки. Смотрите, мы вяжем 3 изнаночных петли. Следующую петельку мы снимаем за работу. Вяжем 3 лицевые. Снятую петельку мы также провязываем изнаночной петлей. А вот эти 4 петельки, что находятся уже внутри, мы провязываем лицевыми. И так как петельки мы всегда вяжем за правую стеночку петли, здесь мы их вяжем за переднюю стенку. 2, 3, 4. И теперь снимаем 3 основные петельки ромбика, вяжем изнаночную петельку и затем провязываем снятые лицевые. До следующей вытянутой петли у нас также должно остаться 3 изнаночных. Довязываем полочку до конца и встретимся еще раз в начале нашей спинки. Итак, до начала скрещивания, в начале спинки от вытянутой петельки я провязываю 3 изнаночных, затем следующую изнаночную я снимаю за работу и вяжу 3 лицевые, и только затем провязываю снятую петельку изнаночной. И также, видите, у меня осталось 4 петельки внутри, которые мы с вами провязываем лицевыми, то есть вяжем 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. С
Снимаем следующие 3 петли, вяжем изнаночную и теперь довязываем снятые петельки сначала и затем 3 изнаночных до вытянутых лицевых. Вот. А внутри нашего ромбика, смотрите, по изнаночной стороне получится вот наши 3 изнаночных, а внутри получается по краям по одной лицевой и внутри 4 изнаночных, так как мы, еще раз напомню, поменяли здесь петельки. А сейчас пока довязываем, продолжая еще 2 раза делать перекрещивание, вяжем 8 ряд узора, он же 10 ряд от резиночки, и встречаемся с вами в 9 ряду. 9 ряд узора, он же 11 ряд от резиночки. Мы начинаем вязать с 2 изнаночных после вытянутой лицевой. Следующую изнаночную мы снимаем за работу и вяжем 3 лицевые. Снятую петельку мы также провязываем изнаночной. Затем смотрите, внутри ромбика у нас идет изнаночная петля и будет скрещивание косичек. 2 петельки мы оставляем перед работой, вяжем следующие 2 петли и только затем провязываем снятые петельки. Вяжем 1 изнаночную петельку, затем снимаем 3 лицевых перед работой, вяжем изнаночную петлю и довязываем снятые 3 лицевые, и до вытянутой петельки у нас осталось 2 изнаночных. Теперь вяжем с вами 10 ряд по рисунку, он же 12 ряд от резиночки, и встречаемся в 11 ряду узора. 11 ряд узора, 13 ряд от резиночки. После вытянутой лицевой мы провязываем лишь 1 изнаночную петлю. Мы всегда будем расширять наш ромб, пока не останется только 1 изнаночная. То есть это последний ряд на расширение. Уже начиная с 13 ряда у нас пойдет снова сужение ромбика. Следующую изнаночную мы убираем за работу, вяжем 3 лицевые петли. Затем провязываем 1 изнаночную снятую и смотрите, вяжем 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных. После 4 лицевых вяжем 2 изнаночные и теперь снова снимаем петельки перед работой, вяжем 1 изнаночную петельку и затем провязываем снятые лицевые. Как вы видите, до вытянутой лицевой у нас осталась также 1 изнаночная петля. Довязываем затем этот ряд, вяжем 12 ряд, он же 14 ряд от резинки, и встречаемся в 13 ряду нашего узора. В 13 ряду узора у нас начинается сужение нашего ромбика. После вытянутой лицевой мы провязываем 1 изнаночную и теперь мы снимаем 3 лицевые и оставляем перед работой. Вяжем следующую изнаночную петлю и только затем провязываем снятые петли. Затем мы провязываем 2 изнаночные и на центральных 4 петельках будет скрещивание. Точно такой же, как мы делали вот здесь, в самом начале. 2 петельки оставляем перед работой. Вяжем следующие
2 лицевые и затем провязываем снятые петли. После этого мы провязываем 2 изнаночные и следующую изнаночную мы убираем за работу и вяжем 3 лицевые и только затем провязываем снятую петлю изнаночной и заканчиваем наш узор ромба еще одной изнаночной петли и далее мы вяжем по рисунку. Вот что у нас с вами получается. Довязываем 14 ряд узора по изнанке и встречаемся в 15 ряду. Это же 17 ряд от резинки. 15 ряд узора. После вытянутой лицевой мы провязываем 2 изнаночные. Затем снимаем 3 лицевые, оставляем перед работой, вяжем 1 изнаночную петельку. Затем провязываем снятые лицевые. Вяжем 1 изнаночную петельку, 4 лицевых и 1 изнаночную петлю. Затем изнаночную снимаем за работу. Вяжем 3 лицевые с основной спицы. Провязываем снятую петельку изнаночной и до конца ромбика довязываем 2 изнаночных петельки. Так еще повторяем 3 раза в каждом ромбике. Вяжем 16 ряд и встречаемся в 17 ряду узора. 17 ряд узора, 19 ряд от резиночки. Мы начинаем с того, что провязываем 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. Затем снимаем 3 лицевых петельки, оставляем перед работой. Вяжем следующую петельку изнаночной. И теперь провязываем 3 снятых лицевых. Смотрите, в дальнейшем у нас останутся лишь 4 петли внутри ромбика, поэтому именно в этом ряду мы меняем их снова на изнаночные. Напоминаю, петли мы провязываем за правую стеночку петли. В данном случае вяжем изнаночные за заднюю стенку. И последнюю оставшуюся изнаночную оставляем за работой. Вяжем следующие 3 лицевые с основной спицы, провязываем снятую петельку изнаночной и довязываем узор ромбик, заканчивая его 3 изнаночными петельками. И повторяем так еще 2 раза на спинке и 1 раз на левой полочке. Вяжем изнаночный ряд и встречаемся с вами в 19 ряду узора. У меня начинается 19 ряд узора, он же 21 ряд от резиночки. Теперь у нас просто начинается схождение нашего ромбика уже до конца. В первом случае мы вяжем с вами 4 изнаночных петли. Затем снимаем 3 петельки. Перед работой вяжем 1 изнаночную петлю и затем провязываем снятые лицевые. Затем довязываем 2 изнаночные, которые остались по центру. Затем снимаем 1 изнаночную петельку за работу и вяжем 3 лицевые. Провязываем снятую петлю также изнаночной и до конца ромба довязываем 4 изнаночных. Затем вяжем 20 ряд узора. У меня начинается 21 ряд узора. Смотрите, сейчас будет последний ряд нашего схождения ромбика. Мы начинаем с вами вязать узор
с 5 изнаночных. Затем, дойдя до лицевых, мы снимаем их перед работой, вяжем одну изнаночную петельку, затем провязываем снятые лицевые. И сразу после этого мы снимаем одну изнаночную за работу и вяжем 3 лицевые. Затем провязываем снятую петлю изнаночной и довязываем оставшиеся 5 изнаночных. Вот посмотрите, наш ромбик полностью сошелся. То есть у нас теперь до лицевых 6 изнаночных. И после нашего ромбика сразу идет 6 изнаночных. Внутри у нас рисунка осталось 6 лицевых. То есть когда мы довяжем с вами сейчас до конца 21 ряд узора, по изнанке провяжем 22, мы начинаем наш узор с самого начала, то есть с первого ряда узора. Напоминаю, это у нас был с вами 3-й ряд от резинки. То есть первый ряд от резинки мы с вами только прибавили петли, необходимые для того, чтобы наше полотно не сужалось. Вот, в дальнейшем мы их, конечно, ближе к плечевым швам будем уже убавлять. Итак, еще раз повторю, сейчас провязав 21 ряд узора, он же у нас идет 23 ряд от резинки, вот, мы начинаем после изнаночного ряда с первого ряда узора. По видео это будет скрещивание наших 6 петелек, которые происходили в 3-м ряду от резинки. Я надеюсь, что достаточно подробно объяснила, как работать с нашим узором. То есть расширение ромбика у нас доходит до того момента, когда остается только одна изнаночная до и после вытянутой лицевых. Вот, потом начинается сужение. Не пропустите обязательно тот момент, когда мы переводим наши центральные петельки изнаночные на лицевые, и у нас происходит на них наше скрещивание, то есть у нас образуется внутри еще такая дополнительная косичка. Вот, пока на этом все, продолжаем вязать с вами высоту и уже встретимся непосредственно, когда начнем делить наше полотно на полочки и спинку, закрывая при этом петельки на пройму. У меня провязано от резинки 64 ряда. По высоте, я имею в виду до резинки, это примерно пока до стирки 23,5 сантиметра, она чуть подтянется, должно быть 24. Но ориентируемся примерно на такие параметры, 23-24 сантиметра от резинки. Общая длина у нас составляет примерно 28-29, если вы хотите подлиннее. Вот, теперь мы с вами начинаем делить наше полотно на полочки и спинку, при этом будем делать убавление как на проймах, так и начнем делать убавочки для скоса нашего воротника. Давайте вот скажу еще по схеме. По схеме это у меня провязан 17 и 18 ряды. Не забываем то, что у нас было 2 дополнительных ряда для формирования нашего ромба. То есть мы там делали с вами прибавление. То есть про эти ряды мы тоже помним. То есть по рисунку, смотрите, у меня сейчас находится в ромбик между 3 лицевыми 4 изнаночных петли. То есть сейчас начну я провязывать 19 ряд по схеме. Вот. И убавлять на проймы мы с вами будем по 2 петли с каждой детали, с края каждой детали. То есть мы убавим 2 петельки с конца правой полочки, 2 петельки с начала спинки. Затем мы убавим с вами также в конце спинки 2 петельки и сначала левой полочки также 2 спинки. То есть общее количество убавленных петелек на пройму составит 4 петли. И начиная с этого ряда, давайте мы его назовем первый ряд от проймы, мы с вами будем убавлять для скоса воротника по одной петле с самого края
И так мы будем делать убавление через каждые 4 ряда. То есть сейчас, если считать это за первый ряд, затем мы сделаем убавление в 5, 9, 13 и так далее. Смотрите, для первой убавочки вот эту кромочную я подраспущу, чтобы сделать более плавную убавочку. И просто ее накидываю на следующую петельку, подтягиваю. Смотрите, про проймы я еще хотела сказать. Я не сняла маркировочки. Не забываем, что после вытянутой лицевой у нас находится 7 изнаночных петелек. То есть сейчас мы провязываем с вами полочку, не дойдя последние 2 петли нашей полочки. То есть мы провяжем вытянутую лицевую и 5 изнаночных петелек. Вяжем мы также по узору, то есть соблюдая нашу схему в ромбах. На ней я останавливаться не буду и встретимся уже непосредственно на убавлениях. Итак, конец правой полочки мы начинаем делать убавление. Первые 2 изнаночных я провяжу вместе. Так, я убавлю первую петлю. Считаю 1, далее провязываем 2. Мы убавили с вами 2 петельки с полочки. Дальше убавляем 3 и 4. Так, мы убавили 2 петельки с начала спинки. И смотрите, у нас все должно быть симметрично. То есть вытянутая лицевая, 5 изнаночных. Вытянутая лицевая, 5 изнаночных. Вот 5 петля у меня на спице. Теперь мы также провязываем с вами спинку, не дойдя до конца спинки, 2 петельки. Как вы помните, если по рисунку смотреть, вот у нас второй ряд спинки, и также у нас вытянутая лицевая, и до спинки находится 7 изнаночных петелек. То есть мы проходим первый ромб, 3 вытянутых лицевых, рисунок из второго ромбика, вытянутая лицевая и 5 изнаночных петелек. И снова встречаемся в конце нашей спинки. И в конце спинки абсолютно точно так же делаем убавочки на пройму, как мы делали и до этого. Первую петлю мы просто провязываем 2 изнаночных вместе. Это мы убавили первую петельку. Затем считаем 2, 3 и 4. Точно так же все должно закончиться симметрично. Вытянутая лицевая, 5 изнаночных. Вытянутая лицевая, 5 изнаночных. Пятая петля находится на правой спице. И провязываем нашу левую полочку. Дальше мы будем вязать только ее. И сейчас мы остановимся в конце этого ряда. Вот я дохожу уже до конца первого нашего ряда от проймы. И смотрите, для скоса нашей горловины мы просто провязываем 2 последних петельки вместе за переднюю стеночку. Вот и все. Далее переворачиваем наше вязание и вяжем второй ряд от проймы, просто провязывая по рисунку. Вот я дохожу до конца. Видите, у меня заканчивается полочка моя. Я провязываю кромочную петлю, переворачиваю вязание. Это у меня начинается третий ряд от проймы. Я вяжу, напоминаю, левую полочку. Все вяжем по рисунку. Вяжем еще третий, четвертый и встретимся еще раз в пятом ряду. Я подхожу уже к концу пятого ряда левой полочки. Это идет отсчет от проймы. И я еще раз покажу, как сделать убавление для скоса под горловину. Смотрите, мы останавливаемся на 2 последних петельках и просто их провязываем вместе за переднюю полочку. Это мы сделали уже с вами вторую убавочку для скоса. Следующее убавление у нас будет в 9 ряду, затем в 13, и встретимся еще раз, когда мы дойдем уже вплотную к
нашей вот этой вытянутой лицевой. У меня идет 17 ряд от начала проймы. Смотрите, у меня получается так, что ромбик как раз начинает свое сужение в обратную сторону, поэтому у меня никак скос вот этого подворотник не затрагивает узор. Но смотрите, если у вас наоборот начинается расширение, вот, и будет уходить петельки туда, вы просто перестаете вязать данную дорожку, просто убирая постепенно петли. Вот. А вот эту сторону, которая еще не попадает никуда, как бы вторую половину, мы начинаем провязывать. То есть также делая расширение и сужение, все по рисунку. Вот. Ну, давайте дойдем. Смотрите, вот конец 17 ряда. Вытянутую лицевую, соответственно, я, конечно, не вяжу. Просто ее вот так переверну, чтобы ее можно также было связать за переднюю стеночку. Далее убавочка у нас уже будет в 21 ряду, 25 и так далее. У меня идет 33 ряд у левой полочки. Смотрите, сейчас я уже вплотную подойду к нашему ромбику в скосах. То есть в начале ромбик я также продолжаю делать расширение его, то есть только вот этой первой полоски из трех петелек. Внутри ромбика я должна буду перейти на лицевую гладь, но так как мы уже начнем постепенное убавление его, я ничего здесь менять не буду, а продолжу также вязать лицевыми, изнаночными петельками. И еще такой момент. Как вы помните, наш ромбик мы вывязывали из трех петелек. К трем петелькам мы прибавляли еще 3 петли. Сейчас, делая убавочку, вот видите, у меня сама полоска из трех петелек, изнаночная и кромочная. Я сейчас, конечно, буду убавлять изнаночную и вот эту кромочную петлю, но я сделаю первую убавочку, которую я буду делать ближе еще к плечевому шву. То есть вот эти 3 прибавленных петельки я начну убирать. Как я это сделаю? Я вот так переверну лицевые петельки и провяжу их вместе за переднюю стеночку. Когда мы провязываем петли за переднюю стеночку, так просто убавочка менее заметна. Это мы убавили одну из трех петелек. Дальше вяжу лицевую и делаю убавочку. Затем вяжем 34 ряд. И в 35 ряду я также продолжаю делать расширение для ромбика в самом начале, то есть уводя его еще на одну изнаночную. А далее просто провязываю по узору. То есть никаких я скрещиваний уже делать здесь не буду. Вот. Вяжем. Довязываем. Видите, у меня из трех лицевых осталось только 2. Вяжем затем 36 ряд. И в 37 ряду мы с вами делаем убавочку для скоса горловины. Смотрите, переворачиваю одну из лицевых петелек и провязываю ее вместе уже с кромочной петлей. Здесь в начале ромбика у меня уже максимальное было расширение. И начиная с 39 ряда, я также начну вот этот ромбик у нас схождение. То есть в эту сторону буду делать перекрещивание. У меня начинается 41 ряд. Всего у меня будет 42 рядочка. От проймы это составит примерно 15,5 сантиметров. То есть ориентируюсь здесь на размер 15-16 сантиметров для проймы. Вот. И я сейчас буду делать остальные убавочки. Как вы помните, одну из прибавленных петелек в ромбике мы уже с вами убавили. Нам осталось убавить еще 2 петли.
Смотрите, как я это сделаю. А сейчас у нас должно быть схождение ромбика, поэтому вот так вот первые две петельки я переворачиваю и провязываю две петли вместе. Я убавила вторую петлю и третью петлю я провяжу вот так вот вместе с изнаночной за заднюю стеночку. Перед этим изнаночную я перевернула. Вот и все. Только чуть-чуть потуже подтяните петельки, чтобы не оставалось никакого зазора. А убавочку для скоса горловины я, наверное, делать не буду. Вы можете ее сделать. Это все останется на ваше усмотрение. Хотя, действительно, вот эта лицевая петля так и просится, чтобы ее убавили. Но, наверное, я оставлю именно так. И на плечевом шве у меня должно остаться 17 петелек. Смотрите, всего у нас было 29 петелек на полочке до прибавления. Сейчас мы все петельки с вами убавили. На скос горловины мы убавили 10 петелек и плюс 2 убавленных с начала полочки. То есть минус 12 петелек. Вот. И теперь мы довязываем с вами уже 42 ряд. И отрезаем нить в 5 раз длиннее, чем вот этот наш закрываемый отрезок плечевого шва, так как я буду соединять его с помощью крючка. Для этого нам нужна ниточка подлиньше. Вот, это легко замерить. Чуть-чуть вот так распрямляем и откладываем. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть нитка примерно у меня выходит сантиметров около 60-70 сантиметров. Ну, лучше всегда брать с запасом, чтобы она у вас не кончилась в самый неожиданный момент. А мы с вами переходим на вязание спинки. Вот, я напоминаю, что первый ряд у спинки мы уже с вами провязали в тот момент, когда закрывали вот эти петельки на пройму. И теперь мы с вами начнем вязать со второго ряда. Единственное, что я здесь делаю, это вот уменьшу вот этот вот зазорчик. Его можете не убирать, но мне нравится так, мне кажется, более симпатично смотрится. Смотрите, под первую закрытую петельку я создаю дополнительную петлю. Переворачиваю вязание. И провязываю сразу эту петельку вместе со следующей петлей. Так как у меня здесь лицевая, я провяжу ее вот так вот, предварительно перевернув за переднюю стеночку. Подтягиваю ниточки. Вот и все, наш зазорчик ушел. И теперь со второго ряда мы начинаем вязать просто нашу спинку прямым полотном вверх на высоту 42 рядочка. Так как у нас убавлений здесь никаких нет, я здесь уже, наверное, останавливаться не буду. Мы вяжем просто прямо, соблюдая все наши перекрещенные петельки, вытянутые лицевые и так далее. Единственный еще момент, где я остановлюсь, это будет 41 ряд. Мы с вами сделаем убавочки в ромбиках. Как вы помните, на ромбике мы добавляли по 3 петли, и здесь у нас находится узор из 2 ромбов. То есть мы здесь и здесь будем делать убавочки. Вот. И смотрите, еще один такой момент. Здесь я перестала вязать какую-либо косичку. То есть я просто в дальнейшем внутрь косичку не создавала, а провязала просто все изнаночной гладью. Для симметрии я вам все-таки предлагаю на спинке поступить именно так же. То есть в последнем, после последнего вот этого скрещивания просто вяжите изнаночной гладью. Но это также останется на ваше усмотрение. Вы также можете вязать вот этот рисуночек внутри ромба. У меня начинается 41 ряд по спинке. И смотрите, теперь мы с вами будем убавлять прибавленные петельки в косах. Как вы помните, в каждой косе нам нужно убавить по 3 петли. Но еще один такой момент. Нам нужно это делать симметрично с их
полочками. То есть, смотрите, вот в конце спинки мы с вами убавим одну изнаночную с помощью лицевой, ну и, соответственно, по одной петле мы убавим из этих вот, как сказать, ну, вот этих трех петелек, из дорожек, из трех петелек. Вот. Здесь мы также начинаем все вязать по узору. Я дошла до косички. Здесь мы в первом ромбике убавляем 2 лицевые, провязав вместе, и следующую лицевую я провяжу вместе с изнаночной. Переворачиваю предварительно изнаночную так, чтобы их можно было провязать вместе за заднюю стеночку. Далее провязываем все петельки изнаночными. И вяжем следующие 2 петли вместе. Здесь я убавила в начале ромба, здесь убавочка изнаночной и лицевой будет в конце ромба. А именно так будет убавление у нас на полочках. То есть, когда мы вот так будем сшивать наши плечевые швы, у нас все должны петли быть симметрично. А сейчас провязываем петельки до второго ромбика и также убавляем в первой дорожке из трех петелек, провязав 2 петли вместе за переднюю стеночку. Теперь провязываем петельки все изнаночными, не доходя последней петли. И вот вместе с лицевой здесь я их провяжу также за переднюю стеночку. То есть как бы вот с наклоном вовнутрь, то есть по направлению направо. И также еще раз вот эти 2 петельки лицевые также убавляю. То есть это мы с вами убавили все наши прибавленные петли при формировании вот этих ромбиков в самом в начале изделия. И теперь мы вяжем 42 ряд и оставляем все петельки открытые, также отрезая нить примерно длиной 60-70 сантиметров.